Так, а что там вообще? Там же челлендж какой-то, да? Ну-ка, подожди, сюда. Так, давай-ка память освежим. Через фаст улучшенной филактерии, агоним и сатаник по ситуации. Фаст улучшенной филактерии. Хорошо. Бля, это тяжко будет так-то. Хорошо. Надоело собирать филактерии. Ну, подоебало чуть-чуть. Согласен. Согласен. Ух, ёпарас, это там что, хуск на меду, что ли, будет? А можно сразу в лес уйти? Ну, мне все равно как бы пиздец. Ну, тут я не жилец на этом лане. Надо сразу в лес уходить. Надо готовить, так сказать, путь отступления. Надо сразу покупать что-то, чем я буду лес хуярить. Битва начинается. Ух, ё. Я ждал достаточно. Живи! О, он живой вроде. Эй! Блин, сейчас меня не захуярили. Так, стой. Меня хотят? Нет? Да? Нет? Давай сюда. Для первый крепочек в карман. Хоть второй крепочек в карман. Ну все, живем. Еще и ФБ-ху сделали там, ма. Вай-вай-вай-вай-вай. Опять, небось, какая-то задротина вонючая нахуй скорее играет. Да стопудово задротина вонючая. Этот бар не хочет отстать от меня уже. Ау. Да, а, черт, не того крипа хлихнул. Это мой керри, да? На меня напали. У меня хорошая, отличная линия там. А у меня не очень. У меня ебучая хуйня нахуй скорее стоит и мне жизнь портит. Будь он не ладен. Сука, метает и метает меня свою хуйню. Отстань! У меня уже лицо кончилось, я уже в лес хочу. Свен ебанутый герой, Свену нужна раскачка. Если сейчас меня Хусик загнобит, а он меня загнобит, я просто в этом уверен, то мне придется тактично съебывать, ну, в лес. Ты слепой? Ты типа хочешь сказать, что я вард не заметил, что ли, или о чем ты? Я вард заметил, я пока к нему не могу подойти. Или мне нужно, по-твоему, вот просто взять, кинуть все и идти хуярить вард? И вероятность того, что я добью этот вард, будет крайне мала, потому что Хусик как бы поймешь, и я буду хуярить варда в этот момент. И он от меня отхуярит. И потом и все, вард сломает. Хорошая мысль. А, вышка! Почему пуш такой популярный? Ты за дендище? Я-то откуда-то? Сверху мразота такая, бегает туда-сюда, на нахуй! Будет сделано. О! Идеальный момент. Поднащёл. Забираю награду. Вот еще. Да не злись, а ты! Хорошо. Ему явно не нравится, когда я ебошу так. Я все-таки для старта куплю себе мом. Ну мне супер хуёво. Ну очень хуёво мне. Так я хотя бы смогу сейчас в лес уйти и лес хуярить. А потом уже буду покупать вот это. Все, что там надо по челленджу. А то, что он меня хуярит под вышкой. Вышки похуй? Вышка, меня бьют. Ты в курсе? Меня бьют. Опять побили только что. Хорошо. На меня напали. Это война. А вышки похуй вообще на мое существование. Она игнорирует. Крипы, конечно, просто пушка. Я связан кодексом. Свен Берсерк из аниме. Есть. Ну да, ну да. Еще лучше. Дай крипа понюхать. Согласен. Вот это вот. Я без мома в лес не смогу. Да ёпта, отстань от меня. Еще лучше. Акс, меня пиздят, блядь, Акс. Да меня тоже пиздят. Бля, меня выгнали. Есть. Хочется плакать. И руна сверху. Кай. Вашу центральную башню атакуют. Не атакуй мою центральную башню. Мне и так хуёв. Я связан кодексом. Уй! Давай
сюда, Мейнцер. Я по такому тонкому льду сейчас хожу. Как скажешь. Экспы дай. Спасибо. Моя сила растет. Ну все, дай. Ну хоть экспу понюхаю. Неплохо. Нет, мне плохо. Вперед! О, может сейчас шмотка лесная выпадет наконец-то. Гапыр вроде хорошо. Подходящий. Во имя раздробленного шлема! Разворачивайся! Разворачивайся, блядь! Почему бы и нет? Где лопата? Что за хуйни мне насыпали? Согласен. Вот именно... Ух, ё, там кусик ушел. Согласен. Да. Ладно, возьму тогда не лопату. У меня вариантов не так много. Да ёпта, да. Геруна. Не, шарик только для леса подойдет, а у меня сейчас мом уже будет. Спасибо, нахуй. Ебать, спасибо, охуенная руна, вот прям, вот то, что для Свена надо. Вашу верхнюю башню атакуют. Хорошо. Охуительно. Замечательно, сука. Чё бы я без этого делал? Мне кажется, до одной игра сейчас издевается. Вот, ну какого хуя она мне как говорит, вот эту шмотку дала? Мы как себе не сделаем. Ну это хусик как бы, ёбрь местный, я с ним ничего не сделаю пока. Хорошо. У меня фарм пошел. Нахуй иди! Вашу верхнюю башню атакуют. Ну, я экспы получил. Мне нормально, мне заебись. Фу. Так, все, шапотеха, а потом уже градить филактери. Но надо днище как-то выскакивать. Они что, по приколу, типа, от него пидони, что летишь, что ли? Ну? Ты в лесу сам сказал, для леса и не взял? Так, мне не надо, говорю. Мне она пригодилась бы, когда я бегал вот на лоу хп. Но при покупке мома она уже становится неактуальной, потому что я уже не буду на лоу хп после покупки мома. Понимаешь? Я лес хуярю. Мне плохо. Мне грустно и печально. Надо мной еще дота издевается. Оксана, я рядом. Где мить? Да вот стоит пока что. Давай башен, ебашен. Да похуй. У меня тоже кнопка есть. Смотри, хыч, 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 хыч. Дал бы вышку задонать, тварь. Мог бы дать спокойно вышку мне задонать. Я ее даже не убил, да? Ну да, эта мразота просто даже вышку добить мне не дала. Фу! Боже, зачем так душить? Так когда 10 раз дохнуть успел на фурионе? Чел, игра 11 минут идет, ты когда так дохнуть успел? Ты охуел? Как? Во имя света я способен на больше. Я не. Блять. Я все. Почему бы и нет? Я это заебашу. У сука. Да иди сюда! Я не отстану. Нет, не, ладно, отстану, так и быть. Ну ё, смотри, что они там делают, вообще уже офигели. Неплохо. Бежать, 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 бежать. У неё джавелин. Время пришло. Мусик сдох, заебись. Да, ну что делать, они просто убивают. Ничего, плакать надо. Тебя, братан, ничего там не смущает вообще в этой игре? Меня фурион смущает. Очень сильно. Как скажешь. Я бы с радостью к ним пришел, но я понимаю, что я там нихера не сделаю пока что. Вот когда я что-то смогу сделать, тогда приду. Пока не актуально.
Ваша верхняя башня разрушена. Вашу центральную башню. Хыч! Хыч! На 13-й нахуй минуте, это чё шутка какая-то, да как можно так подыхать, блядь? Что у него, ган? Откуда? Не ебанулись что ли там? Вашу нижнюю башню атакуют. Ваша нижняя башня разрушена. Не, я я филактерь куплю, можешь... Сука, магии хотя бы кускаря завалить смогу. Я в ахуе от происходящего тотально, максимально. Вперед. Ты под вышкой можешь их застанешь, сейчас они пойдут хуярить, я тут такой заряженный буду стоять. О, Фурьончик еще офидеть пришел, ну я так, я в засаде. О, беги, беги, хуйня. Ёлку просыпь. На пизда? Я даже паджика с плечом не завалил. А никого не завалю. Давай, топором, топором. А что, мана кончилась, что ли? А, да, у него мана кончилась. Не, ну по итогу заебись. Там сейчас чел очень неплохо бабла занюхнул. Вызвал на собаке, да ладно. А как так вышло, что я не смог сплэшом убить Пуджа? Там же урона должно быть очень много от сплэша. Как вышло? О! 14 раз на 15 минуте на Фурионе сдох. Пассивку прожил? Типа реально из-за этого задожил? Что я удивлен, что я под ГДСом не смог Пуджа завалить. Так-то я должен был его на изи сбрить, бабло за них. Но сейчас можно подыхать и... Хорошо. Зарабатывать, так сказать, щекели. Я сейчас увидел медасик у Полета. Серьезно? Да. Вашу центральную башню атакуют. А, делаем ставки, сколько раз Фурион сдохнет за эту игру. Мне кажется, это брат того самого легендарного Фуриона, который сдох 244 раза за игру. Ну, идет прям очень тампово. Я хотя бы борды что я расставлю, а бордов нет. Че? Кто? Кого хавают? Да я тебя в обратку разъебашь! Ну ладно. Не, ну аксы топоры набираются нихуёво так. Нормально. Остаться хусика не сдохнуть. Так, я вот один на момент не учел, у них есть инфиз-бомба. Если на меня сейчас бара с гули бегут, я умираю. Они вроде не бегут. А вон там хусик идет. Йоу. Ну, с Аегой? Да, с Аегой, нахуй его. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Нахуй захватываю? Че такое? Я то не пойду. Почему нахуй надо? У тебя братка есть? Есть, хорошо. Так. Ну вот это неплохо. Ладно, это пойдет. Согласен. Ну его даже сейбить не надо. Он... Хотя вот акса надо. Ёпты. Топор, 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 топор. Где топора? Это печально. Мать моя, какие они все каленые. О, хорошо. Не убью. А, лол, ладно. Я заработал денег. Да, я серию снял. Перезарядка ульты на 15 секунд. Прибавь урон. Урон. Это камбэк? Не, пока что это только кам. Вашу нижнюю башню атакуют. Ну, я верю в Акса. Он вроде, ну, он что-то делает. Он что-то может.
Главное, что тильта нету. Блять, 16 раз на фурию не помер. Пиздец. Давай, топором поебалу. Ой, хорошо. Ну все, этот мальчик на Аксе игру сделает. Я на него свою ставку делаю. Бля, Нага, проснись, ёб твою мать, проснись, кинь сетку на него, ёбище. Ола! Там пиджак хочешь пизды получить, сейчас организуем. Вот топор, кажется, я зря продал, он мне нужен будет от твоего же Фуриона, вероятнее всего. Это чел будет нажимать спруты, а я просто пробивать не смогу. Свен, заебал, ты же мидер, тебе не надо, блядь, фармить. Мидер не фармит, мидер убивает всех бегать. Мидер не фармит? Вот это нихуя себе открытие. С обраткой. Ну я тебя покопаю, тут в обратку прям открыть башню сейчас, нихуя ты жесткий. О, там инвиз. Это мне надо. Так, кого отпиздить? Пока ГДС есть, КНАФа есть, можно кого-то просто отмудохать по-быстрому. Тебя не хочу мудохать. Я на камеру поснимаю тебя, хорошо? Может, там кто-то подойдет, посмотрит тоже. Не, Фура, ты уходи нахуй. Не, Фура. Блять, хуйня! Он умер. Не, ну ладно. Соло Фура получается. Так что мне там надо ган покупать следующим артефактом, я не помню. Так, аганим, сатаник по ситуации. Ну да, ган от следующим покупать. Ну что, погнали нахуй. Я еще слишком слабый, чтобы его так разъебать быстро. Хотя я почти его убил. У меня именно то, что его первый скилл душит. Так-то я его разъебу. Ну, после агана куплю БКБ и все. Главное, что я экспу получил, остальное не волнует. Не, тут не линка нужна, тут БКБ надо. Меня душит первый скилл Хусика. Если первый скилл убрать как бы из игры, то все, он вообще не проблема. Так, у меня есть ГДС. Ой, я его филактер ебнул, лол. Меня ебут чуть-чуть. Уже не чуть-чуть, уже нормально так. Ебашут. Меня нога засыпала. Не, ну ладно, я ее типну. Вот это прям подмога. Награда за упорство. Есть. Чтоб ты не фармил. Ну тебе рядом с ней фармить не буду, ладно, так и быть. Уговорила. Как скажешь. Не бью. Ебать ты псих. Кажется, я понял, как он умирает. Он просто на рожон летит пизды получать. Ёпты! Пиздец. На мне десяточка висит, я сейчас тупо сгнию. Да. Пиздец он затаился, притаился в кустах. Охуеть. 700 голды за меня? Нихуя я олигарх. Фура смог набить 20 смертей? Пока только 18 у него. Но он близок. Там Нага вроде нормально должна пылесовывать. Блять. Мать виндраны бафа. Собаки? Ну хуй знает. Почему просто не купить МКБ? Ну все, скоро двадцаточка. Но чем дальше эта игра идет, чем Хусик, ну, меньше становится проблемой. Со мной. Именем клинка изгоя. Ага. Пути.
Так, есть пиздатые артефакты. Похуй всем на твой агоним. Мне не похуй, отъебись. Чё? Блять, как непривычно видеть эти артефакты, когда они имеют другое свойство. Вперед! Не помоги, медовая сука. Хорошо. Я прям чувствую его злость. Ух, сука, блядь. Ух, блядь. Так, если залазить там без ума. О, пиздата. Блин, хотя мне макродис не помешал. Ладно, похуй, берем. Ух ты, нихуя. Так, подожди. За замедление сопротивления? У меня сейчас будет нихуевое такое замедление сопротивления получается. Я мог забыл кричить. Я помог. Я молодец. Врага не вижу. Она быстрая. Я хуй догоню сейчас. А, бежит хуйня. Чё? Кто? А? Где? А, чё? А, ну так активируется, нихуя. Центральная башня противника разрушена. Не, мы так-то могли и дальше пойти. Без особых проблем. Все, фура двадцаточка. Меня ждала. Нижняя башня противника разрушена. У меня мейна уже давно, по сути, нету. Так что информация не актуальная насчет мейна. Давай сюда. О, нихуя. А снизу тоже есть? Не пожи. Опа-па, нихуя поумнел на глазах. Согласен. Блин, надо пару просветов еще носить. А то есть, походу, кроме меня их никто не носит. Что такое? Выбор. Опять сдохли, а я виноват? Понимаю. Хакс, блядь, расслабься по-братски. Ты сейчас прыгнешь в рыб, блядь. Пиздишь еще что-то, блядь. То, что ты не пошел уже сливать, блядь. Нахуй такому ебанату игру выигрывать? Ты ее что, выигрываешь, когда в четверых прыгаешь, блядь? Да чел реально сейчас пошел, слился, я виноват то, что он пошел, слился. Как там говорил Борщ? Держи позиционку! Вылавливай кого-то поодиночке. Он в этот момент уже, блядь, ТП сделал, блядь, оттуда ушел. Потому что мы там уже умерли к этому моменту, блядь. Ты такой охуенный прыгаешь, блядь. О май. Хорошая мысль. Все, Бекебе будет готов, всем пиздец. О, блядь. Согласен. Есть. Ты знаешь насчет терзателя, знаю, знаю. Но мне пока не до него как-то. Почему это теперь? Я св... Щекели, 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 щекели. Мама мия, сколько щекелей. Беги, если сможешь. Хорошо. Они опять где-то в пердях дерутся, я не успеваю за ними. Я хочу спокойно дофармить БКБ. Сейчас опять сдохнут, хорошо. Опять буду я виноват. Ну чё ты, блядь, не прыгаешь в него? Нас четверо тут. Все, а теперь я укомплектованный. Так, а что там на 25-м есть? Урон на оглушение. Ну, блядь, тут, кстати, такой выбор, непонятно. А что выгоднее по итогу? Фур 21 раздох, все. Кто там 20-ку говорил, сосай? Хочу ебашиться, прям сейчас, сука. Блядь, так, где там алебарда? А похуй. Может, сейчас на меня хусик прыгнет, а я БКБ нажму. Давай, нападай нахуй. Уф. Чё там? Хуйня какая-то. Опа! Почему бы и нет?
Сяди! Ну ладно, я знамя возьму, пусть не. Что это за диковинка? Забери это говно у меня, оно мне не надо. Мешкать нельзя. А, у него нет слота, чтобы забрать лол. Ладно, я это сохраню на всякий случай. Может реально броневик получится собрать. Вдруг катка затянется. Что этот баннер делает? Крипов усиливает. Хорошо. А я съебываю, наверное, да? Дай выйти. Спасибо. А, помоги. Нахуй ты его? Чего? Нахуй тебе будет стул? Типа он агр свой увеличить взял. Стол. Мне кажется, меня только что кинули. Вот как лоха кинули просто. Вот тут, ну... Хотя там нага пушит нихуя. Ну хотя бы, блядь, в сторону заговорили. Нага херню не страдает. Ну это сейчас первый ее нормальный файт. Это, ну, нормальный мув. Иллюзия на топ. Типа менять сторону на нашей жизни. Заебись, мне нравится. Как сделать, чтобы Свен летал за кулаком? Правой кнопкой мыши нажимаешь, а ган покупаешь. А, бляха, муха, баттерфляй, серьезно. Ничего, МКБшей покупать надо будет. Это пробитие, ни хера нету. У этого дяли барда. Нет, у этого просто, ну да. Что-то грустно. Вот видишь терзателя, как бы, да? Смотри, эта битва будет легендарной сейчас. Вообще не почухал. Ты сегодня время бишарда был? Серьезно? Да ладно, нихуя это бомж. Блядь. Черт, если бы я знал, что мне сейчас выпадет релик, я бы взял левый талант. Я бы себе оглушение сделал в районе 3.5 секунд. Это так-то было бы жестко, но... Стример как бы жопу сосет, да? Культы хотел. Вообще тут два стоит. Какого хера она тут стоит? Надо исправлять всю эту ёбину. Вон пушка вот хер там делает. Не, подожди. Без ГДС я туда не пойду. Есть. Там МКБ есть? Нету кого-нибудь? Видели, я бабку делаю. Ой-ой. Ой, бля, чё так за хуйня? Я убил случайно одну молодую. Ладно, я ебашил одного пуджа, но там их оказалось внезапно слишком дохуя. И сейчас бы если Нага имела тревела, она просто прилетела и спушила им еще одну сторону. Нага не купила тревела, ладно. А, стоп, она меня убила, при этом я ее убил. Это как? Это что, типа она... Ласт-стрелка такая выскочила? Тактический фит, это я тактически ебучку ей сломал. Я думал, там один пиджак, а там, окажется, все село здесь стояло на трибунах, смотрело, как я пуджа хуярю. Давай, подкрадульное передвижение на фурионе, давай, хыч, 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 хыч. Он тактично выжидает, когда агр нажать или что? Тоже хочу. Акс, не ломайся. Блин, там Т2 до сих пор стоит. Да бля, ну меня бесит. Он просто своим наличием меня бесит. Не благодари. О!
Я как всегда вовремя, интересно, у меня есть бойбеки? Максик, тебе маны бы надо, на самом деле. Маны я разу. О, хуй пляшем. А, он не на меня бежит? Тикаем, тикаем, подожди, стой, бойбеки выбили, все нормально, заебись. У тебя ж маны нет, мы сейчас умрем просто. Ля, да не лезь ты! Вы дебил. Я сейчас умру за него, не-не-не, нахуй надо. Ну, блядь, ну чел, на Аксе, у тебя ж маны нет. У тебя, походу, не только маны нет, у тебя еще и мамы нет. Блядь, что он делает, нахуй? Меня сейчас опять хускарь прыгнет. Быстрей! Бара, не думай. Не смей, не смей. Не надо. Бля! Ой, пиздец, какой пиздец. Сука, зато Акс выжил, зато Акс выжил. На теле портик улетел, ебать ты умный, нахуй. Бегает без маны, главное, сука, я его дефать еще вынужден. Даже шарда нет? Реально шарда нет. О, серьезно? Надо сходить и выбить тогда ему шард. А то что он грустит? 24-я смерть. Сколько там воробей загадывал? 27 смертей? Что-то мне кажется, он близок. Она даже не хочет терзателя забирать. Ну и нахуй надо. Вкуснотища. Лучше за кого посоветуешь. Вау. Начать играть. За кого посоветуешь начать играть? Честно, если ты только начинаешь играть, я бы вообще ни на ком не посоветовал. Лучше другую игру найти, чем Dota. Dota помойка, как бы. О, я ему шарт реально выбил. Спасибо, мужик, помог. Молодца. Вот это помощь. Какая же ты полезная. Боже мой, ебать спасибо. Я под ГДСом, под момщиком стою, ебало ломаю хускарен на сонжами. Вот хули я опять умер, она живая. Ой. Ой. Давай, и посъебом, и посъебом. Фу, ну чё, мне остается момчик на что-то поменять. И все. Ну, типа, я уже укомплектованный такой. Серьезный молодой человек. Разумеется. Еще разумею. Пойду под ГДСом нахуй им сторону снесу. Ты ж мертвый, ты как двойное убийство сделал. Не расслабляемся. Всё нормально. Хыч, хыч. Бара, разгон взял? Давай. Давай, 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 давай. Давай нахуй, нападай. Давай. Ты не бара, иди нахуй. Хули я один защиту делаю? Где остальные? Мне похуй. Да нет! Ну похуй, похуй. Чё бубнить-то? Я в сторону снес, я молодец. Чё-то как-то урона мало я наносил по собаке, вообще не почувствовал. Что я хоть какой-то урон ей нанес. Сатаник еще по челленджу? Нет, там сатаник был, так сказано, сатаник по ситуации. Типа тут нет такой ситуации, что сатаник мне как-то будет помогать. Что мне как это, ну, БКБ кончается, я в помойку отлетаю и типа я все. А сатаником я себя не спасу. Я сейчас и травела куплю. Там буду прилетать и тактично доламывать им строение к хуям. О, но! Опа, опа, нихуя, смотри, что происходит. Ля. Нижние казармы противника разрушены. Так, подкрадульные передвижения организовываем. Ёпта, 4 варда в лавке. Не-не-не-не-не, пока никакие огонимы жрать не надо. Надо продать ПТ-ху и купить травола, все. Решено.
Один хуй я ПТ буду продавать. Так, вот это вот. Стоп, что? Мне показалось, или у меня штурмхаммер был активирован? Давай, подкордульные передвижения. На-н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 а-
На. Вылезай, тварь! Мама, не-не-не, домой, давай, откуда? Там бара живой? Блять, бара живой. Бля! Отъебись! Нахуй иди! Бара на меня бежит, мне пиздец. Бара бежит, блять, блять. Нет, стой! Все, пиджак захавал. У них там база горит, а вообще похуй, я так понимаю, да? Ну, стример гений, как бы, последний барак допушил. Все, считай, игра выиграна. А что, не помешало бы купить реально это линку? Бара уж что-то как-то, ну, слишком заебывает. Я мог два раза как минимум выжить, если бы бара, ну, не вмешался, так сказать. У Фуриона 26 смертей пока что. Они сейчас отвлекутся, вот эти вот мегачи, наши нахуй им базу снесут. Хотя нет. У нас глиф есть, это двое. У нас еще один глиф есть. Пиджак не сможет дефать все. Хуя не бустер ломает. Че там Чего, бля, че у него со скоростью? Пиздец. Сука, ебурит вышку. Пока денежки подкоплю. Ладно, байбек надо бы тоже подкопить. На всякий случай. Говорю, пиджак пока не может дефать мегачей. Они, в принципе, на базе сейчас заперты. Там вон, телега уже начинает тром пушить. Мне удачно ворваться под ГДСом. И я там спокойно всех разъебу. Главное просто момент подловить. Подходи. Да, вот я кое-что проверить хотел. Вот, собственно, у меня Штормхаммер активирован сейчас, да? Если я нажму на Штормхаммер вот сейчас, он будет работать? А, хуй там плавал. Сука, ладно, я думал, я сейчас доту наебу. Так, поцики отвлекаются, кстати, у них база начинает снова гореть. Они чуть-чуть отойдут, я им нахуй снесу это все. Отвлекитесь на чуть-чуть, на полшишечки. У них вроде как и глифы нету даже. Тут такие подкрадульные передвижения можно организовать. Тороша напиздь. А. Трон горит. Горит очаг. А им похуй. Им похуй, у них трон падает. Хорошо. Ля, как мне на подкрадулик без смоков подойти? У меня смоков нету. Что такое? Оу, это мне надо, это мне надо. Да давай, давай, давай. Есть. А мне... Да нахуй ты на меня пингуешь? Я к тебе... Я к нему шел тут. А он мне не дал. Есть. Не, мне другая нейтралка не нужна. Mm-hmm. Вот, все, смока есть. Теперь можно на подкрадулях подбежать. Я так, конечно, понимаю тут... А, не, нихуя, тут нет такого. Не, мне не выпала эта шмотка. Хорошо. Сейчас смока долетят. Хочу, го, я зайду в инвизи, просто сон въебу на пятерых, типа, и отпущу сон разъебемых. Ча, у меня прилетит. Я тебя сейчас ушатаю, блин. Там это. А, блять, у них нету башни, все похуй, пошли сломать. Будет сделано. Стой, а я ва-банк иду хуярить просто их трон нахуй. Как скажешь. Конечно, не трон. А, спасибо, 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 спасибо. Помог, помог, молодец. Блять, пизда-то охуенно. Сука, какой, блядь, тупой. На ПД, будь добр, отъебись. Охуенный сон, мужик, просто, блядь, лучший.
Какой же ты молодец. Какой же пиздатый сон. Блять, как же ты хорош, нахуй. Блять. А может ты просто сон не будешь нажимать в этой игре? Я под ГДСом, с муншардиком, заряженный, подбегаю, ломать ебаный трон. Поспи. Всю команду похоронил, долбоеб, блин. Вы проебете катку, но если Нага еще раз такое сделает, то мы реально это проебем. Типа чел откровенно прям руинит своим сном. Они через бэкдор уже пробивают, пиздец. Эх, сейчас бы сон нажать. Мать моя, что он так крутится? Есть два варианта. Я иду хуярить трон. Я не вижу ВР-ку. А нет, не иду хуярить трон. Блять, выключи пизду нахуй, сука, дебил, тупой, блять, ты что делаешь, сука, долбоеба, блять, кусок, зачем ты нажимаешь на эту ебаную кнопку? Блять, просто вот зайди в настройки и убери нажимание этой кнопки, вообще никогда не нажимай ее. Почему? Все отлично, все было. Он, это как минимум дважды, мы могли эту игру уже закончить. Теперь у них есть глиф на трон. Я вынужден в это говно еще играть. Да, почему бы и нет? Я знаю, что смотри через одну минуту. Я лес похуярю. Может, шмотку выбью хорошую. Так, а мне шмотка положена вообще? Я тоже хочу. Почему бы и нет? Ёптать, хусик бегает. Ой. Ой-ой, страшно-то как. Да блядь, они издеваются, что ли? Блядь, еще этот спруты жмет. Ну ты серьезно, нахуй? Хуй колбу приделать, блять. У меня уже слов нету, блять, пиздец какой-то. Два варианта. Я беру дизоль, и за счет дизоля быстро пушу трон, или беру только шляпу, и за счет шляпы быстро трон ломаю. Тут как бы, ну, блядь, непонятно мне. Что актуальнее будет? А, фуру 29 разлох. Ну да, минус армор так-то... Десяточка звучит солидно. Ну чё ты, блядь, вернёшься, ёб твою мать, или нет, блядь? Свен, лишь ты можешь выкупиться, блядь. Ну а сон нажать, задефать, как вариант, вот сейчас было бы идеально. Купить, да, пошёл, блядь, видишь? Блядь, да выкупить. Согласен. Так. Отожмёшь, может быть? Спасибо, нахуй. Чел хотел, чтобы я на 6 секунде выкупился, чтобы ты понимал. На 6! Вообще похую! Мне сейчас сатаника не хватает. Очень сильно. А у них глиф сейчас есть. А у меня ебала нет. Опять он сон нажал. Ой, пизд... Ой, нахуй. Ха! Блядь.
Умри! Так, если я пролетаю на провалах, нажимаю ГТС, я разъебу. Боюсь, сдохну. Просто если пролечу. Нагасон нажал и тактично съебался. Боже, какая хуйня! Она даже сейчас может нажать на сон просто и задефать их. Не дай им подойти к трону, просто нажми на сон, подержи время. Так. Рапира? Это мне надо. Чей это рапира? Ну, рапира не дает тебе практически ничего. Люди не бьют через рапиру. Ну хуй знает. Рапира очень даже что дает. Он не даст жетон, он около сердечка его носит. Не отдаст. Ёптить страшно. Кто-то все Рошана ебашит. А, фура. Я думаю, что за звук. Спасибо, дружище. Ты тоже аппетитно выглядишь. Если это будет победа, делай видео на канал. Меня сейчас ультанет хуйня. Да-да-да-да-да-да-да. Отпусти меня, начальник, не надо. Будет сделано. О, там кто-то ультанул. Хоть нам машин, блядь, там своими тарелками. Не, я кидаю, пизду я. Не-не-не. Нахуй надо. Ля, мы это проебем, блядь. Только каким-то нахуй чудом я смогу это выиграть. Ебучим, сука, чудом. Я вообще не ебу, как это сейчас делать. Как-то внезапно, не знаю, организовать там нападение. Какое-то. Хорошо. Ну что, ты пойся туда, блядь, и пробуй трон съебашить. Собственно, этим я и хочу сейчас занять. Крепы на фиге. Бля, чувак, ты чё, блядь, там делаешь? Ты ебанутый, что ли? Я не ебанутый, я умный. Уебан здесь только на Наги, нахуй, который тебе игру соло проебал, блять. Вот его благодари. Пиздец. Пизду. Он еще, кстати, урон на Наги нанес хоть какой-то. Ну, 49 тысяч нанес. Ну, что-то есть. Все малорики? Не, нихуя. Нага не малорик, Нага долбоеб. Насколько нужно быть гениальным нахуй, чтобы в момент, когда Свен идет заканчивать игру, нажимает ГДС, нажимает БКБ, нажимает момчик, ебашит трон, эта дура нажимает на сон. И я как дурачок, блядь, стою просто в ахуе и не понимаю, что происходит. А фура 30 раз сдох, 100. Есть кто угадал, что он 30 раз сдохнет? Вот нахуй я сейчас в эту игру вообще в принципе играл? Типа, чего я добился? Я вот сейчас пытаюсь анализировать. Вот. Ебаные качели просто. Это же просто пиздец. Хотя стой, дай я концовку проанализирую. Мне аж интересно стало. Потому что мне все-таки кажется, вот кажется почему-то, что все-таки я мог эту игру выиграть. Вот, знаете, вот мог почему-то, вот не кажется. Ты зря бил ВР? Нет, не зря. Я ее застал врасплох, убил по-быстрому, начал трон бить. Вот тут вот момент какой был. Ну-ка.
крепость сил тьмы атакует. Так, вот нажали на глиф. Вот тут Нага умерла. Так. Так, секундочку. Вот тут я покупаю себе вторую рапиру, жду, когда мне курьер прилетит. Так. Так, Нага байбекается. Ага. Да, я загадаю заранее. Она умрет, не успев нажать на сон. Вот я заранее загадаю, что произойдет. Просто, ну, чисто. Ну. Ну, он не получился. Ну, чуть-чуть не получился. Бля. Ну, бывает. Бля. Никакая хуйня, блядь. И все нахуй. Там реально не хватило секундочки, блядь. Бля, у меня же глаза потемнели, блядь.